Я считаю, что если люди все-таки хотят сильно развестись, то они разведутся и даже за 30 тысяч рублей. Но я считаю, вообще, в принципе, эта сумма, она достаточно серьезная. Люди, у которых нет денег, они очень хотят развестись. А что им придется делать? Я не знаю, поубивать друг друга, чтобы их развели? Или... Ну, я думаю, вряд ли это укрепит все-таки институт семьи. Человек просто уйдет из своей семьи к другой семье, и все будут просто непонятно, какими узами брака, в принципе, скреплены. Поэтому я считаю, что немножечко абсурдный закон.